Итак, после достаточно длинных раздумий я решил, что все-таки Буадис будет вассалом. Просто я еще не решил, что ей сразу дать замок или сначала просто только деревню. Или вот этот, или вот это. Так, ну пока я заеду в замок, размещу гарнизон, и здесь, значит, просто свою армию немножко по это самое. Все-таки я решил, что я дам ей что-то такое дешарское. Почему? Чтобы у нее было много конниц. Не знаю, правильно ли это решение, я абсолютно не помню и не знаю, как это самое, смогу ли я как-то влиять на это самое, на, ну, смотреть у ней ее там статы, менять ли это самое вооружение, я абсолютно не знаю. Даже не представляю. Дать ей сразу торбу, это, конечно, было бы чересчур, наверное. Наверное, сначала ей дам деревню, посмотрю, что из этого выйдет. А потом уже тогда все остальное. Сейчас я еду в торбу. Все, Кавира ушла. Прощайте все. На торговую площадь разными товарами. Таверну. Сингалийский копейщик. Разместить гарнизон. Скорпион Ассасин. Да. Буадис, она, в общем, бесполезна для отряда, поэтому я без всякого сожаления, конечно. Я просто не знаю, кое-что вас спросить. Вы хотите получить земельный надел? Да, но я могу дать ей шахи-шахит этот. Не, наверное, все-таки я дам пока деревню. Посмотрим, что из этого выйдет. Да. У меня выросли отношения с ней до 17. Она тут что-то мне рассказывала про то, как она хочет завоевать что-то там. Ну ладно, пусть себе идет. Угу. А я поеду, значит, в замок. Сейду шериф. Разместить гарнизон. Здесь я, значит, крестьянин, пендерский новобранец, бандит, наемник, наемный мечник, наемный скаут. Отдам сюда хранителей грифона, центуриона теневого легиона, вековийские конники у меня здесь есть, пендерский мечник,
будет пендерским кавалеристом рыцарь грифона, отдам. У меня 100 рыцарей грифона, молот венда заберу, и 190 хранителей грифона. В общем, я готов к тому, чтобы сражаться с какой-нибудь хорошей бандой каких-нибудь этих самых. Войду в зал, спрошу его насчет того, чтобы имели карду этого, военную комнату. Угу. Вернемся в главный зал. Дополнительные занятия. Спасибо, это все. Синишалем, 3 часа 450 динар. Проведем с ним занятия. Продолжить, уйти. И тут есть вековийские конники, на которых мы сейчас нападем. Я опущу всю пехоту пониже. Наемный мечник. Тут вековийский королевский стрелок у меня откуда-то взялся. Не знаю, зачем они мне нужны. Бандиты. Пендерские новобранцы. Я даже не знаю, где у меня такие... как вековийские королевские стрелки хранятся. Ну да ладно, неважно. Ну сейчас я нападу на этих ребят, разгромлю их. Угу. Hail, да, давай, давай, базарь, базарь. Угу. Давайте, конница вперед. Ну, в смысле, все вперед. Конница верхом, ударники, значит, тоже верхом. Все, поедем, посмотрим. Давно не видели вековийцев. О, они уже кого-то убили. Наемного всадника. Такие всякие. Ее прям поддели копьем. Да, что там у нас с пленными? Десяток всего-навсего. Скоро надо будет повышать, значит, отношения с орденами свои, то поэтому надо, я же говорю. Как только орден мой будет готов уже почти, ну, полностью, сразу начну повышать. Смотри, меня укололи, наверное, да? Да ты посмотри, когда я начну уже лошадь сбивать кувалдой с ног. Ударника убили. Такие всякие. А? Молота убила. Сингалийская соблазнительница. Молотов надо пересаживать на адских лошадей. Иначе, я же говорю, они быстро теряют лошадей, и потом их начинают убивать.
надо моя лошадь, от которой я сейчас буду уезжать. Совсем мало жизни осталось. Сэр Рейна, Лушон. Вон он, наверное, бегает мой львенок. Ага, наверное, он побежал. Куда ты побежал? Дал это самое. Куда ты побежал? Стой на месте, дурень. Что-то он разволновался как-то. Поехали. Он тоже хотел в битву, я ее не взял с собой, поэтому так разволновался и рассердился на меня. Он тоже хотел воевать. Да, все, мы победили. Продолжить. У них осталось еще 88 человек. У меня уже мало жизни, поэтому я буду только наблюдать за битвой. Конница, значит, у нас верхом, и ударники у нас тоже верхом. Ударников мало, конницы много. Что-то заспаунилось. Побили, наверное, моих ударников опять. Это не догоняют они, не догоняют на своих лошадях. Гонятся, не догоняют. Не догоняют. Ну, для этого у меня будут, значит, эти самые другие всадники, которые будут догонять. Например, вековистские рыцари, вековистские конники, пендерские, хранители грифонов, и как их там еще, всякие дешаровские всадники. Интересно, когда заспаунится Боадис. Я хочу ее призвать для того, чтобы захватить ей замок. Ну, насколько я помню, она, по-моему, создает орден этого самого. Как их называют? Ну, девки эти. А, Орден Сокола, по-моему, она создает, насколько я помню. Надо попробовать дать ей замок без ордена. Еще один 21 солдат. Хорошо, все, значит, в атаку. И конница вверху, и ударники тоже вверху. Вот раз ударников не 5, а 17. Вековистские рыцари, наемные скауты, а вот молоты, ударники пошли. Набьем вековицев, продадим, будут деньги. Да, все. Так. Отлично, всадники, соблазнительницы и копейщики. Немного, 52 человека, но все-таки
Так, ну что у нас тут? Крестьянка, воин Блистый Гор, новобранец ополчения, охотник за головами, городской ополченец, смотритель и дервиши, рейдеры всякие тут, пустынные лучники, воины, дервиши, мечники, кавалеристка и 43 наемных воина, ни много ни мало. Готово. Управление инвентарем. Здесь у нас отличный древковый топор. Кстати, неплохо. Неплохо. Сингалийская сабля смерти. Ну, не знаю. Ну, наверное, тоже пока оставим, потому что у нас одноручного вообще больше ничего нету. И ну, все остальное мы уже так на продажу. Погнутые глефы тут. Все остальное. Все, уйти. И мы, значит, будем ехать в Сингал. Бойцы готовы к повышению. Мечник. Кавалерист, вековийская. Вековийский конник, стражница. Вековийская охотница. Воин, наемный мечник. Наемный мечник, наемный скаут. Бандит-наемник, пендерский новобранец, пендерский ополченец, крестьянка и дозорная, городской ополченец, охотник. Да и поехали, поехали. Дервиши. Все. Готово. И мы едем в Сингал. Бладис, я не знаю. Она, наверное, будет спауниться на другом конце карты. И, скорее всего, ее там побьют, как собаку. Так что... Когда она появится, неизвестно. Так, все, я приехал в Сингал. Здесь буду размещать гарнизон. Кавалеристка здесь оставлю. Воинам Блистый Гор. Не знаю, вековийские королевские стрелки у меня здесь или нет. У нас тут есть два ударника и молоты. Так, вековийский королевский стрелок. Нет, вековийских королевских стрелков здесь нету. А, наемный воин, наемный вечник, наемник, вековийская охотница, пендерский миньон, поклонники, угу. Вековийские рыцари, вековийские конники, сквайры отступники. Да, у меня много войск, очень много, и пора уже мне браться за это дело серьезно. За все. Да. Готово, я зайду сейчас в таверну. Работорговец Рамун, хочу тебя заинтересовать. Сингалийские всадники, сингалийские соблазнительницы и так далее. Так. На торговую площадь. Торгуют с разными товарами. И здесь я продам вот это все сингалийское барахло. Куплю вот это вот колбасу, сыр дорох и пшеницу. Назад. Торгует с оружием. В общем, здесь для меня ничего интересного пока что нету. Так, войду в замок. Мерик Налим. Военную комнату. Вещевой босс. Угу. Спасибо, это все. Сундук. Здесь я оставлю вот эти вот отличные топоры. Еще один вещевой босс здесь оставлю, потому что у меня, ну, есть у меня вещевых обозов этих. Не надо мне столько сейчас. Все. Уйти. И что я имею с войсками? Здесь 200 человек. Угу. Работорговцы. Ну, я поеду в Ишкаман, съезжу. И, наверное, надо будет как-то давать команду, чтобы... Ну, если деревня принадлежит Ишкаману, она, наверное, в Ишкамане должна... Культ смерти. А.
Да хорошо, сейчас мы этот куль смерти поймаем. Она должна спауниться вышка маны, если что, после того, как ее побьют, если ее побьют, конечно. Я думаю, что ее побьют в первую очередь, потому что она будет спауниться. Ага. Некоторые бойцы готовы к повышению. Разместить гарнизон. Здесь наемный мечник, наемный скаут, пендерский мечник, наемный воин, наемный мечник. Угу. Вековийская охотница. Дешард-соплеменник. Ну пусть пока эти центурионы тут будут. Кавалерийские, дервиши-рейдеры пусть пока будут. Хотя, наверное, дервиши-рейдеры можно и забирать. На торговую площадь. На улице никого нет. Ночь. Откуда там стреляют? Не могу понять, откуда стреляют. А, где-то отсюда, значит. А, вон он в углу стоит, скотина. Так, продолжить. Угу. На торговую площадь разными товарами. Ну, здесь что у нас с разных товаров? Все дорого, кроме фруктов и капусты. Но у меня еще пока что мало сейчас денег, поэтому надо экономить на этом самом. Так, отряд. И мы поговорим с Лесли. Лесли, говорить. Послание всем вассалам. Начать военную кампанию. Да, мы должны сокрушить врага. Все, неважно. Готово. Мы едем. О, и Буадис. А ну-ка поговорим с Буадис. Я хочу, чтобы обучали солдат в соответствии с культурой моего королевства. Так, я хочу передать вам часть войск. Хорошо, мне как раз нужны. Вот я тебе благородного рейдера даю. Так. А, дервиша рейдера даю. Так. Ага. Кого еще тебе могу дать? У них вековийские конники, разведчица. Кром стражи, крал стражи, вековийские рыцари, вековийские королевские гвардейцы, леди валькирии. О, да ты классная подруга, смотрю. Вековийских охотниц я тебе не дам, у меня самух мало. А вот дам тебе миньонов и дам тебе наемников. Вот наемников я тебе могу дать сколько хочешь. Наемных воинов. Наемников. О. Так. Готово. Так, о своих навыках. Поведайте о своих навыках. Двухручная. 27 уровня. И я ей могу дать что? И тренера могу дать. Я дам ей вот интеллекта, дам один тренер и дам один. Поиск пути. Готово. Заглянуть тебе в инвентарь. А, ну все, у меня с инвентарем отлично. Могу лошадь ей дать другую. Может дать ей вот эту лошадь, норовистый боевой с красной. 155 жизни. Но этот побыстрее. Не, не буду пока что ничего. Все. Так, и мы едем, значит, захватывать для тебя замок, подруга. Ты поняла? Следуй за мной.
Гад Гундер, ледяное сердце, сбежал. Из империи Баху сбежал у меня. Так, разместить гарнизон. Соплеменников отдам. Дешармечника, дервиша и воина отдам. И пустынного лучника отдам. Вот так вот. Значит, а здесь я могу дать ей взять кралов этих крумов. Всю. Ага. Готово. Уйти. Я не знаю, сколько людей у меня в Шадишахи. Там, по-моему, 200 чем-то человек. Крепость Мукадас, Мукадас Пани. Или вот эту взять крепость. Крепость Ширкуила. Вот мы возьмем, наверное, вот эту Ширкуила. Разместить гарнизон. И значит, мы возьмем здесь всех, кого только можем. Скорпионов ассасинов. Угу. Мечников. Воинов. Пустынных лучников. А здесь оставим шерифа, вот это вот. Молота. Ударника. Готово уйти. Поедем еще сюда, в замок Шадишахид. Нет, отклонить. Их и так уже набежало там, я не знаю сколько. Продолжить. Разместить гарнизон. Хранитель Грифона возьмем. Возьмем дервишей. Все, и вот этих вот тоже дурак. Не, этих не будем брать. Этих лучше отдать этой самой. Потом, когда, после всего. Уйти 460, и в ней 158, нам должно хватить. Все, поехали осаждать тебе замок. По-моему, там надо строить башню, но мы тебе сейчас построим башню. И ты будешь у нас скоро владельцем замка. Вместе с деревней. У тебя будет замок и две деревни. Позже решу, потом дам тебе замок. И дам тебе деревню. Рыцарь-отступник, тут все такое. Вот этот замок я тебе дам. Некоторые бойцы готовы к повышению. Пендерский охотник. Так, городской охотник за головами. Смотритель городской. Вот этих я зря тоже не оставил. Ну да ладно. Как-то я немного тут заметался, в общем так, если так сказать. Смотритель, шериф, стражница, вековийская охотница, вековийская. Вековийский конник. Пендерский мечник. Пендерский кавалерист. Скаут, наемный всадник. Пендерский кавалерист, пендерский конный воитель. И здесь копейщик, мечник. Пустынный лучник. Дервиш. Все. Готово. Мы доезжаем до этого замка. Кто тут у нас? Демонопоклонники. Бьются со светскими рыцарями. Может вступить в битву, ну, в общем. О, 276 человек, отлично. Отряд. И значит, всех вот этих дервишей. Мечников. Мечников вот этих всех. Всех туда вверх. Вот так вот. Ага. Дервиши. Так, в основном дервиши сначала. Значит так, я жду ее. Она может вступить. Нет, она не вступает в битву. Осадить замок. Осадную башню. Начать сооружение. Да скоро вернусь. Здесь Сина там что-то сообщает нам. Ширкуила у нас есть. Тяжелый латный доспех получили ударники Венда. Прекрасно. Теперь мне осталось только нас собирать на лошадей. Для молотов.
Ну давайте ж быстрее, стройте башню, ребятки. Кто у меня там такой инженер? Очень долго мы строим. Убежала, взяла. Прибежала, кого-то побила. И уже много народу, 185. Хорошо, не будет он отпущен, этот Джандархан. Лорд Адакар грабит деревню. Так, начать штурм. Все. Леди Боади с войском вступают на нашей стороне. Отлично. Я на это и рассчитывал. Ну, посмотрим. Там было 200 с лишним человек. Возможно, мы сможем взять эту крепость за один раз. Да. Башня будет ехать достаточно долго. Ну, в общем, немного. 11 человек только убили. Леди Валькирия оглушен. Крал Сташ оглушен. Леди Валькирия убит. Ну, если у ней будут Валькирии, это прекрасно. Это очень хорошо. Дервиш убит ударом леди Валькирия. Чем она его убила? Наверное, топором. Топорами они метаются. Не знаю, чем они там кидаются. Наверное, топорами. Далеко эта башня еще. Скоро уже должна подъехать. Вроде уже подъезжает где-то там. Не хочется высовываться, сейчас получишь стрелу, полжизни потеряешь. На, высунусь разочек. Я говорю, не успел высунуться, уже две стрелы попало в щит. Всего 18 человек убили и потеряли 13. Дон же оглушил. Дешар Дервиш. Вроде ж подъехала уже почти башня. Ну куда ты лезешь? Стрел нет, она полезла туда. Королевский гвардеец убит Дешар Дервиш. Лесть оглушен ударом Дешар Дервиш. Леди Боадис оглушен. Призвали подкрепление. Доехала эта башня или нет? Плохо, что нету лука. Забыл опять лук. Мог бы пострелять сейчас. Не, никак не доедет еще. Все, доехала башня. Пошли вот так.
Дешер Дервиш, убит ударом Дешер Дервиш Рейдер. В общем, пока что так. Посмотрим. Долго ли? Непонятно. Сейчас меня завалят и все. Да, все. Мы потеряли гораздо больше, чем они.
Мы всего 95 потеряли, а мы потеряли уже, значит, 40 и 30, 70. И здесь, будем говорить, около 50, 120. Если бы, конечно, здесь не было забегов и в этих самых, то оно, конечно, не имело бы значения. Мы все равно взяли количество. Но так как здесь определенное количество людей спаунится, то мы не сможем за один раз взять этот замок. Второй раз я смогу взять людей из уже без Буадис, взять людей из, как его называют, из Сингала и из Камана, и взять уже сам замок без него. Ждем до завтра. Я снимаю осаду, сейчас с ней распрощаюсь и буду строить башню уже один. Так, вещи. У меня нету этого самого. Ниже среднего у меня. Здесь осталось 148 человек. Дервиши, мечники и так далее. Значит, все. Угу. Распустить всех по домам. Да, здесь. Хорошо, я дам знать. Все. Часть войска. И я ей отдам дервишей рейдеров. Скорпионов ассасина. Да, отдам скорпиона ассасина. И где-то здесь были у меня. Не, нету. Думал, что здесь есть эти, как их называют. Ну, наверное, уже отдал ей. Вековийские там какие-то крал-стражи были или кто. Так, смотритель, смотритель, шериф, мечник, наемный скаут, пендерский пехотинец, пендерский мечник и вековийская, вековийский конник. Пендерский кавалерист, пендерский кавалерист, пендерский наемный скаут, наемный всадник. Все, наемный всадник, дешар дервиш, дервиш рейдер. И вот еще дервиш рейдер и там. Все, готово. Готово. Все, мне нужно идти. Я еду, значит, в Торбу. Хан Каландар сбежал. Бегут они, как, я не знаю, как крысы. У меня что, уже долги есть или что?
Да, у меня уже есть долги. Круто. Так, разместить гарнизон. Угу. Наездник пыли. Ха. Так, Дешер воин. А вот они, крал стражи, я и не дал почему-то. Не нашел их. Ну да ладно. Значит, кралы вот эти укралы. Сюда все. Наемники. Наемные мечники. Пендерские мечники. Пендерские мечники. Кавалеристы. Наемные скауты. Пендерские конные воители, вековистские конники. Значит, молота возьму. Да, дешармечники. И дешардервиши еще. Так, молоты. Ударники. Шерифы выше. Да, все. Готово. На торговую площадь торгуют с разными товарами. Ничего здесь нету, торгуют с разными товарами. Остались мы без еды. Лорд Адакар, дыра Гермес у нас. Пытается раз это самое. Отряд сингалийцев. Компания рыцарей. Молот. О, лорд Адакар. Калиф Брахман. Отличные ребята. Сейчас мы вас. Так. А, у меня нету денег. Вот в чем дело. Хранители грифона, да? Вот есть еще ударники. Так, наездники пыли. Магнусы. Дервиши-рейдеры. Искательницы приключений. Равенстернские всадники. Конные рейнджеры. Воры Красного Братства. И сингалийские всадники. Сингалийские соблазнительницы. Рыцарь Темного Волка, наверное, хватит. Для того, чтобы разгромить этого. Значит, о, здесь сколько много их. Ох, 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 сингалийцы этих прекрасных. Калиф Брахман. Вот так вот. Будь краток, да, твой шкаман я отобрал, Калиф Брахман. И у тебя больше ничего нету. С вами наедине, это мне не нравится. Значит, давай тогда сдавайся, Калиф Брахман, если тебе это не нравится. Все поехали, значит, в это самое. Конница. Верхом. Ударники вверху. Все. У меня мало жизни, поэтому соваться я не буду так. Короче. Понаблюдаю. Дешар, скорпионы, ассасины. Ага. Донжа оглушили. Сара Лиса, шериф убитый. Донован, молот убит. Скорпионы ассасины, скорпион ассасин убит. Ух ты, как он меня месит.
Ну, в общем, один к одному. У меня ранено 12, у него 14. У меня убито 12, у него 11. Ударников убивают моих. Оглушают, убивают ударников. Как я сейчас буду с этими сингалицами сражаться, непонятно. Но я буду с ними сейчас сражаться. Мои ударнички получили, по-моему, уже. Да, костюмчики. Осталось только еще лошадей заработать молотом, и будет все прекрасно. Ударник убит, молот убит. Да сколько же этого брахмана, у этих скорпионов ассасина, где он их набрал, когда у него нету ни одного этого самого. Ни одного феода. И он меня побеждает. Где на этих скорпионов ассасинов набрал? Интересно мне. Автобой, только автобой. После первого же оглушения автобой. Автобой я выиграл. Черт с ним. Отныне ты у меня в плену, Калиф Брахман. Скорпион ассасинов. Откуда вот он набрал этих скорпионов, а? Вопрос. Потерял почти всех ударников. Много раненых, правда, но все равно. Молотов сколько потерял. Готов. Управление инвентарем. Одеяние ассасина. Грубая маска, шлем, древковый топор, тяжелая сабля. Тяжелая сабля Дешар. Нет, тут что-то где-то он набрал этих ассасинов. Если у него нету никаких вообще это самое. Уйти. И мы едем в Сингал. Таверну. В общем, эти скорпионы ассасины очень крепкие, ребятки. Так, вас заинтересовать. Скорпион ассасин по 500 копеек. Да, Дешар благородный рейдер. Дервиш рейдер благородный. Дешар дворянин. Ну, тут все остальное такое. Мечники 350. Ну, 26 тысяч. Как с куста, смотритель. Так, готово. На торговую площадь торгуют с разными товарами. На тебе, торгуют с разными товарами. Значит, возьмем здесь. Торгуются разными товарами разных товаров. С
Смотрите, два шерифа. Шерифа всех убили, да? Охотник за головами, смотритель. Темный волсин. Так, готово. Значит, разместить гарнизон. Калиф Бахман. Пошел. Готово уйти. Ну, в общем, я могу ввязаться. Но только что это мне даст? Только 180 пленных. Отряд у меня, короче, бит и крепко. Ударников мало совсем. Разместить гарнизон. Красное братство. Вот этих всех отдаю. Битых дервишей, рейдеров, магнусов, наездников пыли. Но хранителей грифона оставлю, потому что они не из этой банды. И смотрителей оставлю. А заберу-ка я здесь вековийских конников, наверное. Да пусть будет столько, без разницы сколько. И у меня есть здесь 11 пендерских воителей. Готово. Я иду в замок и присоединю их сейчас к гарнизону. А также, наверное, сейчас заберу себе торбу. Так, из ближайших деревень. Теперь военную комнату. К рыцарскому гарнизону 11. Вернуться. Спасибо, это все. А, не в таверну. В замок и, наверное, заберу себе торбу. Оба. Вот он. Ой, сапоги им надо. У них еще сапоги плохие. Вот так, вон, ребятки такие. Оба, у меня уже. А. Этим сапоги, этим лошадь. И все. Там одна Мурсула, зачем ты мне нужна? Так. Я хочу стать правителем Торба. Все, я правитель Торба. Это все на текущий момент. Уйти. И, значит, вперед. Торговый караван. Послать войска в бой. Ого. Продолжить. Выйти из боя. Я не понял, почему у меня 154. Ну ладно. Отдыхать. Ага. Отряд. Уйти. Да, там два человека, ты выступаешь. Что из вас будет кричить? Банда обоих в сапогах. Поехали все. Быстренько убейте, девки, да еще. О, вековийские всадники. А так, это девки еще те. Я даже не лезу, у меня тут совсем. Их оглушили, отлично. Так, продолжить. Заберем соблазнительницу, копейщика. Так, здесь у нас, ну, фрейлину возьмем, наемных воинов возьмем, кавалеристку, пустынный лучник, воин, крестьянин, новобранец ополчения, крестьянка, это такое дело.
никуда. Вор, бандит, член гильдии. Все готово. 65 человек. Поедем, догоним их. Ты попал, лорд Адакар. Да, ну в общем с лордом Адакаром и со всем остальным я тут вижу, что мне надо забирать отсюда хранителей Грифона, рыцарей Грифона, пендерских ополченцев, новобранцев, фельдфейнских лучников, которых я сейчас брошу на стены этого замка, которого мы с Боадис не захватили, ну ее будущего замка. Я так думаю. А может быть и нет. А может я дам этот Шахи-Шахит, или как там он называется, сейчас я посмотрю. Вот этот замок. Шади-Шахит, да. А может какой другой? А может какой-нибудь дом Гундерс? Тоже хороший замок. Ну все это будет уже, значит, в следующем видео, да. А пока все.